Я родом из Беларуси, такой чистокровный белорус. Акцента нет, потому что еще ребенка вывезли. Мы жили в Ростовской области, потом папа шофер был, приехали в Орлову. В общем, мы дети, мужчины, у нас трое детей, отца и дочка. В общем, мы все трое шофер. Я работал в управлении. Ну как управлять? Начиная от города, от слесаря, закончил за малахом. Инженер, директор фабрики, да, и так далее. Ну, в общем, 12 лет отпахал. Вот. И потом в этом году, в общем, узнал, что что по линии мамы, оказывается, из дворянских семей. Бабушка договорила, выглядела бабушка, это по линии мамы. Вот увидишь, ты нас, а там наши дома, вот в одном из домов говорит, школу. Я думаю, что за дом такой, что школу, ну, все там боялись, поэтому потом познакомился недавно с графиней, она такая уникальная женщина, 80 с лишним лет, на машине ездит, на самолете летает, короче, настоящая графиня. Да, назвал свою фамилию уже по отцу. Она говорит, так вы из дворянских? Да не, говорит, ну как из дворянских, если там папа из деревни, там, Лиховича, там, Амирман, она, не, надо разобраться вообще. Вот. И бабушка, когда была это, гражданская война, 14 год, бабушка в переселении на повозке аж в Донецкой области добралась. А родственник какой-то был, чекист, короче, Константиновки был, короче, под ней там получилось. И туда, и сюда, в общем. Поэтому если вынуждены переселение, или мы сами переселяемся, но когда вынуждены, мы должны понимать, что что-то для нас где-то лучше, чем там, где мы находимся. И не надо бояться. Да, самое главное, чтобы семьи были все вместе. Драгоценное взял с собой.